Так, ребятки, всем привет! Очередная данжа, в которой нас ждет новый босс. Ну что ж, давайте поищем, кто в этот раз нам здесь встретится. Что-то мне подсказывает, что мы должны найти нормального босса гоблинов, потому что предыдущая группировочка, она была крайне слабенькая, учитывая то, что они были 4 уровня, а Shadow был все-таки 3 уровня, но просто... Шедов — это иная компания данжей. Поэтому ждем нового босса. Тут уже идет у нас моб 5 уровня. Кстати, я тоже качнулся уже на 5 уровень. И это означает, что мы можем взять крутой меч. 52-55. Либо же 48-68. Ну вот в этом случае, я думаю... Ага... А тут либо топор... Ну, тогда нет. Тогда все-таки мы возьмем топор и щит... О, меч и щит. Потому что двуручный топор, но он будет послабее, конечно же. Мне кажется, вот так вот будет гораздо красивее. Так, хорошо, это хуже. Пошли тогда смотреть, искать. Здесь так много сундуков, слушайте. Ну, это круто. Давайте-ка пооткрываем. Пошли дальше. Но по вот, оружие какое-то упало. 56-61. И сразу же падает еще лучше, чем то, что у меня сейчас. Это очень хорошо. Я думаю, вот с таким комплектом шедов мы просто вот на раз-два убьем. Поэтому в следующем выпуске, ребята, обязательно ставим напоминалочку, чтобы его не пропустить. Ни хрена себе, он уклонился. Здесь даже такое есть. Чтобы не пропустить следующий видеоролик, в следующем видеоролике будем наказывать Shadow, который посмел нас убить. И это была первая смерть, я надеюсь, единственная в этой игре. Так, ты ушел. Промах. Ушел. Хорошо. Так, второй уровень, наконец-то. Мы знаем, что на втором уровне нас всегда ждет босс. Поэтому первый стараемся быстренько зачистить. И двигаемся дальше. Ребят, не забываем, что эта игра находится в Play Market. Стоит всего ничего, 1 доллар. Поэтому обязательно заходим, кому понравилось. Для фанатов данжей, мне кажется, это идеальная игра. И кайфуем от нее. Так, зачищаем. Хорошо. Идем дальше. Кстати, не знаю, есть ли она на айфоне, но скорее всего, что да. Так, это уже следующая данжа, но нам следующую данжу не надо. Нас же что, должен босс ждать, правильно? Или не должен? Так. Обычные гоблины, их тут полно. Я надеюсь, что дальше проход есть. Хорошо. Так, здравствуйте. Здравствуйте. Хорошо. Вот, вот это целая группа, это то, что мне надо. Давай. Вертуханчик, вы ушли, и этих двоих мы просто выносим. Отлично. Кристаллы. Пригодятся. Так, еще группировочка. Я бы зашел прям в центр и одним махом всех убил. Хорошо. Вертушку надо качать обязательно, но вот просто идеально для прохождения данжа. Я не знаю, лучше какого навыка можно добавить в игру, кроме как вот этой вертухи. Но она просто идеальная. Ты завел в центр, принял несколько ударов на себя, и вуаля, одним взмахом ты зачищаешь. Так, долгожданный босс. Вот! То же самое, что и в предыдущем. Получается, хоп-гоблин. А, так, warning trip, ну, английский у нас проблема с английским, поэтому будем выходить из положения. Так, посмотрим, что у нас здесь. Ну, он слабый, я уже вижу, что он слабый, много дэмэджа он не наносит, он 2 или 3 удара уже сделал, и по итогу ничего просто. Хорошо. Так, щит, может быть, получится оглушить? Нет. Так, пробежечку. Хорошо, вот после пробежки, после удара щитом он не оглушается, но после пробежки на ура. Так, крутим. Хорошо. Так. Бота его я не убил. Так, пробежечку.
Ай, не в ту сторону пошел щит-то. А чё так? Слушай, это прям посильнее будут. Так, у меня уже кое-что сжалось. Что-то проблемно-то. У меня уже и хп кончается. Слушай. Как бы непорядок. У него тоже хп немного. Но я могу умереть-то. Да, я умираю. Боже, нам чуть-чуть не дали его дожать. И я умираю. Пробуем еще раз, ребят. Попытка номер два. Давайте попробуем. Но там реально чуть-чуть. Вот прям вообще немного. Давайте еще раз. Так, вертуху. Хорошо. Так, надо сначала моба убивать, а потом уже бить его. Пробежечку, хорошо. Вертушечку, отлично. Так, надо же его как-то добить. Телепортировался, плохо. Удар щитом, хорошо. Еще один удар. Вертуху, надеюсь, убью двоих, хорошо. Пробежечка, оглушили. И надо бы срочно добить. Давай, 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 давай. Навык. Хорошо. Раз. 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 И я все равно умираю. Что-то у меня не получается его убить. Скорее всего, рано, ребят. Печально. Окей. Закончим тогда эту данжу, друзья. Ну что ж, к сожалению, хоп-гоблина мы не одолели. Попробуем в следующем выпуске.